А вот интересно, вы одобрите такой способ изучения английского языка? В Рязанском университете было проведено исследование, которое подтвердило, что существует беспроигрышный способ изучения английского. Но предупреждаю, дорогие мои, не всем родителям он понравится. Исследование проводилось в 3 этапа. Сначала студентам предложили пройти языковой тест. Затем в течение месяца они должны были выполнять вот это действие. А на 3-м этапе снова была проверка знания языка. И если первый тест успешно сдали только 17% студентов, то с итоговым справились уже 77%. Всего за месяц участники прекрасно усвоили лексику на тему семьи, манер, развлечений, предпочтений и даже подтянули разговорные навыки. Что же помогло студентам сделать такой рывок? Компьютерная игра The Sims 2. Играли в такую?